Никола, что случилось? Леди Лакшми была права. Он узнал. Я вас вытащу. Давайте. Он еще там. Уже поздно. Ничего не сделать. У меня есть еще одно дело. Алистер! Алистер! Я знал, что ты вернешься, брат. Выходи на свет, мерзавец! Ты и я, мы не такие уж разные. Я всего лишь хочу защитить своих родичей. Мы просто боремся за свое выживание. Это ложь! Однажды, возможно, ты поймешь. Прости меня, Грейсон. Этого я совсем не хотел. Я знал, что этот день однажды наступит. Зачем, Алистер? Все эти годы вы сражались с нами бок о бок. Я видел то, что не могу стереть из своей памяти. Как цивилизации рождались
и гибли из-за людской алчности. Как люди истребляли друг друга во имя так называемых богов. Мы еще искупим свои грехи. Но чем вы оправдаете зверство, что творил ваш народ? Мой народ... Мой народ ничуть не хуже вашего. А как же ваша сестра? Ваш отец? Все это ложь? Изи, мой отец... Я любил их как родных. Но где им понять, в каком кошмаре я жил? Сын мой. Отец, прости меня. Это я должен просить прощения. Я не хотел для тебя такой жизни. Вы знали. Я всегда знал. Я спас его, когда его семью убивали. Твой отец погиб от моей руки. Но, дитя, за что тебе такая участь? Как мог я забрать жизнь невинного? Сознайтесь во всем совету, лорд-канцлер. Только так вы сможете искупить свою вину за эти бесчинства. Я не могу! Это правда? Потрясет наш орден до основания. Значит, пожертвуете мной. Сколько еще должно умереть ради вечного молчания? Он мой сын. Я не могу прервать его жизнь. Изабель... И совет не должны ничего узнать. Или я обращу в прах все, что вам дорого. Не просите меня об этом. Отныне я запрещаю вам знаться с рыцарями. Орден должен быть единым. Вы более не его часть. Закончите, что начали, и прочь. Люди не созданы для такой жизни. Наступит день, когда наше страдание кончится, брат. Может, тогда мы обретем покой. Сэр Галахад, вас ищут по всему Лондону. Медлить нельзя. Сэр Галахад, вы слышите? Сэр Галахад. Не бойтесь, Никола. Все хорошо. Это вы так думаете? Совет ввел в городе военное положение. Власти могут перейти к активным действиям в любой момент. Сейчас не время для геройства. Нам надо последовать за леди Лакшми и покинуть город. Я скоро буду. И чтоб вы знали, я больше не Галахад.